Мэр города Владимир Панов назначил нового руководителя департамента образования. Им стала Елена Платонова. Предыдущим руководителем этого же департамента была Ирина Тарасова, единственный городской чиновник высшего звена, который бессменно проработал в мэрии 16 лет. За время ее работы сменилось 4 городоначальника. Но у нового руководителя Елены Платоновой тоже большой стаж работы. До назначения она 6 лет работала директором средней школы номер 62 Ленинского района, и общий педагогический стаж у нее почти 25 лет. Сегодня Владимир Панов провел первую рабочую встречу с новым руководителем. Елена Александровна, сегодня вы назначены новым руководителем департамента образования. Это очень большая ответственность. И, безусловно, много можно сделать с точки зрения улучшения как и самого образовательного процесса, так и непосредственно уже материальной базы самих школ. Поэтому для вас это очень серьезный профессиональный вызов. Надеюсь, что вам эта ноша будет по плечу, и вы действительно сможете продолжить уже те шаги первые, которые были сделаны в части модернизации образования, тот путь, который уже мы начали проходить с высшей школы экономики. Владимир Александрович, я благодарю вас за доверие, которое вы оказали назначением на эту должность. Готова к работе. И уже завтра проводится большое совещание рабочее с руководителем образовательных организаций. Участвует в этом совещании Лев Львович Любимов, как разработчик концепции. И на сегодня уже 17 образовательных организаций приняли решение стать опорными школами в рамках университетско-школьного кластера. Более 30 школ заявились на работу в университетско-школьном кластере. Модернизация должна идти очень постепенно и очень плавно. Поэтому возьмите в 2019 году именно пилотные школы и уже пройдите с ним путь. И когда мы сможем показать и результаты, и в этом будут уверены и коллектив, и родители, и дети, тогда мы можем говорить о том, что этот путь, он правильный.